Друзья, всем привет! Мы вышли погулять и заодно дойти до магазина. Мы на нашей плазе. Рос проходим, идем в Таргет и хотим еще зайти в кошке, короче, шампунь купить наши. В Petsmart. Так, мы Petsmart. Смотрите, какая огромная собака. Ребят, смотрите, сколько собак выходят, заходят. Иди все туда, в Petsmart. Да там дают маски, что идите-то? Пойдем, Вов, сначала в Таргет, Вов. Всем привет. Так, мы сначала идем в Таргет. Ребята, в Таргет. У нас, если кто смотрел, не удивляйтесь. Кто смотрел наши выпуски из Майами, когда мы только переехали в Майами недавно, и как мы покупали свой первый Камаро, так вот, у нас сегодня произошло очередное событие. По-моему, мы опять случайно купили машину, но только онлайн через интернет. И расскажем об этом обязательно. Я прям запишу ролик, если это случится, потому что пока я еще не понял. В общем, есть это американцы, ребята, кто в Америке живут, знают, это программа CarMax, которая типа Carvana, CarMax, которая онлайн выбираешь машину, кликаешь там «хочу купить». Они предлагают там вам программу финансирования кредитную, ты говоришь, да, окей, вводишь там свои данные. И потом говорят, куда доставить? Ты говоришь, вот сюда. И как бы они говорят, все, ждите. Я не знаю, так ли это, но, короче, вот что-то похожее с нами, по-моему, произошло. В общем, на днях будет интересно, расскажем. Общем, по-моему, мы купили опять машину. Как Вова выразился, в Майами есть большая вероятность того, что мы только что купили машину. Да. Ладно, пойдемте в Таргет. Нам зачем Таргет? Нам надо какие-то продукты взять. И я хочу посмотреть пылесосы. Заходим. Так, папа забыл маску, ему сейчас дадут. Так, вот здесь можно взять маску. Здесь обычно человек стоит. И что-то он отошел. Вам не надо. Вам не надо. Лаврик. Пойдем. Нет, тебе не надо, Лаврик. Зашли мы в Таргет, отдел косметики. Привлекло внимание детей. Эти все палетки красивые. Все, пошли, это же не игра. Лавр, слышь, отсюда. Орео, конечно же, должны взять. Такое вот. Шикардос. Нет, зачем она тебе? Там всего одна полка. Поехали. Так, взяли Орео и чипсы, конечно. Привет! Вот здесь можно готовы взять в протиралке? Так, мы нашли какие-то вот такие салфетки. Правда, мы вообще в Таргете вот находимся, уши, даже не в Petsmart'е. Лицо, хвост. Вот, да, в общем, попадает. Вот такие вот нашли салфеточки для лапок, для лица, для ушей, для тела. Вот можно тела. Здесь должен обойтись. А для вот глаз, такой, подожди, а для глаз нет. А для глаз тут не будет. Что это? Мы можем зайти в этот. Да, мы в Petsmart сейчас зайдем. Давай тогда в Petsmart'е лучше возьмем. А совочек тоже, давай тогда в Petsmart'е уже возьмем. Совок нам нужен для кошачьего сортира. Так, здесь просто довольно ограничено, потому что это обычный торговый центр. Что вы делаете, Катя? Так, здесь все для собачек. Пойдем, у нас пока нет собачки. Потом ты, давай, а ты оттуда. Все, давай, потом ты, по очереди. Ну ты же сейчас туда пошел. Так, мы опять в игрушке. Лаврик выбрал какую-то ерунду. Что это? Что она будет делать? Она будет лететь. Будет лететь? Она улетает? Да. Что-то вертолет, дай посмотреть. Какой-то... Дай. Ну что да ты вот. Чушь? А вот. Она так летит, да? Да. Ну давай сейчас у папы спит. Бумс, Кать, поднимай. Что, что? Покажу. Давай, показывай. Что? Папа, ты лев! Ужас какой, да? О, мам! Акулы, динозавры. Мам, доисторические. Крокодила, ой, какая маска. Крокодила, мам! Крокодил? Это какое-то доисторическое животное. Мозазаус. Мама, ты какой! Так, друзья, добрались мы наконец-то до пылесосов. Пока во все игрушки попереиграли. Так, дети уже уселись в тележку. Кое-как их посадила. Итак, ну что, мы дошли наконец-то до пылесосов. Значит, что я хочу? Я хочу взять
Итак, я хочу купить вот такой вот пылесос. Я, правда, еще не читала ни отзывы, ничего, но я так знаю, так заочно. Мне Настя рассказала, у нее такой пылесос, что это очень-очень хороший пылесос. $600 здесь он стоит в Таргете. Не знаю, сколько он в Костко стоит. Вот внешне они почти ничем не отличаются. Вот эти вот 4 пылесоса. 11 получается, это вот этот вот фиолетовый. Ну и обязательно, чтобы он был беспроводной, потому что с этим проводом мы просто мучаемся, ходим. У нас ковролин же везде абсолютно лежит. И с этим проводом, конечно, с одной розетки до другой постоянно, и он еще мешает. Еще какие у нас есть тут варианты? Честно говоря, я не знаю других вариантов. Вот Shark знаю, вот много очень пылесосов для тех, у кого есть животные. $150. Вот они сейчас очень много пылесосов идут беспроводных. Это, конечно, очень удобно. И мне нужно, конечно, чтобы мощности еще хватало у него прям надолго. Это все получается у нас Dyson. Dyson, вот это Shark. Так, ну вот тут, смотрите, какой он. Это сколько стоит? $400. И, честно говоря, не знаю такую модель. Но тоже получается он беспроводной. Ой, господи, какой Dyson-то выбрать? Даже не знаю. Вот тоже какой-то Dyson. Тоже беспроводной, $400. Так, вот этот вот, в общем, пылесос, который вот 11-й. У него получается и ручка есть, вот такая вот длинная, стандартная. И вот такая вот, вот это вот для нас очень важно. У нас очень слабый пылесос, который вот, ну, так же примерно выглядит. Для дивана мы брали. Он очень слабо берет, просто очень. Ни в машине толком не пропылесосить, ни крошки какие-то собрать, ничего. Тоже и животное, если дома есть. Но у нас кот не линяет, поэтому, в принципе, мы не из-за кота берем, а просто для удобства. Что у нас есть еще? В основном Dyson и Shark. В принципе, выбор-то, в общем-то, большой. Dyson, наверное, самый дорогущий. Все остальные, в принципе, довольно недорогие. Примерно то, что у нас сейчас. Очень неудобный, очень большой. И, ну, вот он даже на сейле, на распродаже со скидкой стоит. Но это очень неудобный пылесос. Ну, у нас не такой, у нас какой-то другой фирмы, но выглядит примерно так же. Был $160, сейчас он 120. Экономия $40. Ну, или вот примерно то же самое. Вот тоже, смотрите, был 89, сейчас 79. Сейчас там посмотрим. Детей не забыть. Дети притихли. Так, тоже Shark, это уже швабра. Швабра нам не нужна, потому что у нас везде ковролины. И вот, смотрите, разбирают эту швабру. Это $80. Тряпочку, я так понимаю, просто моешь, меняешь. Ну, видимо, так. Я, честно говоря, не знаю. У меня такой швабры никогда не было. Смотрите, тоже. Она крутится, такие вот штуки. И получается швабра. Я вот не знаю, честно говоря. Никакой отзыв не могу оставить по поводу вот этих вот электрических швабр. Практически везде будет нарисовано животное. Фотография какого-то животного. То есть, что для животного тоже подходит. Смотрите, какая моющая. Что это, пылесос, швабра, что это? Самый, конечно же, небольшой и самый лучший, как я понимаю, это вот этот Dyson 11. Он прям реально прям малюсенький. И вы знаете, он внешне абсолютно не вызывает какого-то доверия. Он какой-то такой хрупкий смотрится, какой-то, не знаю, немощный и очень хрупкий. Я понимаю, что это самый крутой, самый лучший пылесос, но так это смотрится прям совсем хрупко. Ну, надо, в общем, мне почитать еще о нем отзывы и, в принципе, о его характеристиках. Нашелся наш папа. Что ты думаешь по поводу Дайсона последнего? Я категорически согласен с ним. Да? Да. С ним? Только мне нужно, чтобы он отсоединялся, чтобы мне машину тоже можно было пылесосить хоть иногда. Ну вот смотри, он... Да, вот смотри, вот это вот он. И есть вот такая вот фигня к нему для машины. Нет, ну за $600 мы его... $600, да. Машину уже можно купить. Зачем? Костка, он, по-моему, 500 стоит. Зачем пылесос за $600, когда можно купить машину просто новую? Ну, я реально... Кто о чем? Ну, да. Я о чистоте, папа о машинах. Слушай, а чем тебе вот этот Shark не нравится? Смотри, он... Ну, понимаешь, что Dyson, конечно,
Мне надо мощный, Вова, у нас везде ковролин, у нас слишком много пространства ковролинового. Вот этого хватит на одну комнату и заряжай его потом. Вот смотри, нарисован песик, видишь, а песика нет. Да у них везде тут есть, песики нарисованы. На каждом пылесосе будет нарисована зверюшка какая-нибудь. Ну черепашка же не нарисована. Потому что она не линяет, конечно. А вот смотри, есть когда хаски, а есть когда этот... Да, это большое отличие. В общем, нужно выбирать по породе собаки. Да. Пылесос. Вот. У нас кот вообще такого... Где наш Делан Рекс? Вообще такого пылесоса тут нету. А почему? Потому что у него шерсти нету, видите как? Да. Почему я должен покупать... Пылесос для автомобиля по цене самого автомобиля. Посмотри, они же разные. Есть по 400, по 400, по 500. Ну, вот есть по 400, есть по 600. Надо глянуть еще в Костко. Так себе экономия. Можно, конечно, вот эту фигню купить и пусть катается сама. Вот V8, вот смотри, это V8, V10. Самый лучший 11. V1, ну естественно, кто бы сомневался. Появится 12 и будет еще лучше. Если, короче, продать кота и пылесос, можно сэкономить. Можно купить машину, дай-ка догадаюсь. И сдать его в аренду, опять девочки. Точно, да. Прямо быстро так, нам еще в этот... А подожди, а мы же еще ничего не купили, кроме Орео. Так, а нам чего? Пойдем возьмем помидорки, хлеб, соли. У нас нет соли. Ну, сейчас мы будем это все... А соль у нас как? Нам вообще это... нет. Максим то, что оставил соль. Спасибо. А, точно. У Макса есть соль, точно. И такая еще розовая, которая трык-трык. И розовая, точно. Она не трык-трык. Она трык-трык. Да? Да. А, она, ну, короче, соли у нас навалом точно. Да, у нас соли есть. Смотри, так, видишь, пойдем возьмем помидорки. И еще сэкономлено. Добрых долларов 7. Хлеб. Слушайте, сейчас что и осталось продать кота обратно. 1000 за 3,5. Отдать, вот да, вернуть, сказать, что нам не понравился. Нет, это неправильный ход. Забирайте. Это неправильный ход. Правильно перепродать его за большие деньги, потому что мы уже разрекламированы нашим каналом. Мы вложили в маркетинг так. Так, все посмотрели, теперь популярный кот, как бы от... от нашей семьи, и теперь цена его выросла. Он, его бренд уже наш есть. Папа шутит. Почему папа шутит? Папа на полном серьезе. Кто готов перекупить? Сейчас мы быстро все. И машину купим, и еще будем. Опять машину как, купим. Я как продать кот, кота, как купить кот машину. Матроскин. Ура, теперь наша корова тебе. Когда теперь мы еще больше молока будем. Точно. Какой так, смысл? Мы хотим купить помидорки, потому что они у нас закончились. Помидорки и хлеб, все. А, хлеб, а хлеб где? Ой, как холодно. А хлеб не здесь, да? Ой, я начинаю мурашками покрываться. Оп, а хлеб не здесь же, да? Здесь. Хлеб? Да. Ой, бананы, бананы, Вов, давай еще возьмем. Тяжелые, блин, сейчас без машины переть это все. Ну давай одну хотя бы маленькую связочку возьмем. Вот эти кругленькие, нет, вот эти кругленькие. Тут? Нет, ну, перед ним. Ну, это их 3 штуки. Ну, надо еще такой же взять. Я просто люблю вот такие именно. Подожди, вот такой еще? Ну, она сейчас дозреет. Вот, вот, вот. Вот такой. Хорошо. Вот сейчас тут переть, они тяжелые. Мама, пакет! Чего? Пакет надо, да, правильно. Быстренько. Пакет. Пакет. Так, мы сейчас возьмем помидорки. Так, какие помидоры? Мы любим вот такие вот сливовидные. 99 центов за паунд. Паунд это почти полкилограмма. А, животных? Сейчас пойдем. Так, мы сейчас зайдем в Starbucks. Сейчас. Папа оставил вас. Лолипопс. Так, а какой, Кать? Покажи, пожалуйста, а то опять что-нибудь не то возьмем. Какой? Они одинаковые внутри? Ты будешь синий, а Лавр, ты какой? Я буду шоколад. Он шоколад просто хочет. Шоколад. Вова, коричневый и синий. Шоколад. Хорошо. Лаврик выбрал коричневый, да, а Катя я синий. На, это тоже. Ты вот такой блю будешь? Да, она же сама выбрала. Все, они внутри одинаковые, похожи на пирожную картошку. Осторожнее, да. А цвет сверху разный может быть. Я взял напиток, называется Pink Drink. Это розовый напиток? Сок, клубничный сок с кокосовым молоком. О. Ну-ка покажи, что там? Ага, шоколадный внутри. Катюх, ты откусила? Да. Тоже, смотрите, да. Ну, в общем, он как пирожная картошка. Угу. Вкусно? Да, они очень любят эти штуки. Вот так сейчас вот дам. Pink Drink мой выглядит, видите? Вот отсюда его сейчас пить. Сейчас дам. Но дело в том, что я как аллергик во всю голову, все время на себе ставлю эксперименты. Видите, там клубничка плавает. Я не знаю, какие сейчас везде, во всех Старбаксах есть. Это типа кофе, что это? Нет, это просто как бы... Холодный типа, напиток. Холодный напиток? С клубникой. Это клубника с кокосовым молоком.
понятно. Давай, езжай, мам. Папа пытается отобрать остатки у Лаврика. Я попросил откусить чуть-чуть. Папа тебе Папа купил. Попросил 10 раз, 10 Папа раз получил отказ. Купил, и он еще ты, это называет попросить. В его глазах, и даже не поделишься. Вот как так можно? Лаврик, ешь быстрее. Вот жопа. Главное, Катя Жаль, уже съела. А, папа больше не будет. Да что? Да. Ты не на мой кровать. А, да, Катя уже слопала. Молодец, Лавриша поделился. Угу. Отдал. А спасибо объезд. Где? Чему ты детей учишь? Спасибо. Так, ну что, мы едем на этой самой тележке, мы же без машины, с детьми в тележках едем в PetSmart. Прямо так. Давай только говносрань обосранную объедем. Давай. Тут собачек, тут же все с собачками ходят. Тут очень много всяких какашек. Так же, как в самом магазине бывает часто. Но они, правда, сразу убирают. В общем, сейчас мы... Они убирают, это размазано. Вон, они убрали и размазали. Да, да. Размазывают просто. Так, ну что? Вов, выбрасывай тогда. Пойдем. Нам уже открылись ворота. Опять пить. Сейчас дам. Дай ему попить. Собаку! О, какая собака. Держи. Пей. Да, тут все, конечно, с собаками. Смотрите, сколько тут собак. Все с собаками просто. Давай, пей, пей быстрее. Лаврик, ты очень долго. Давай быстрее. Ты очень долго. Да, собачка пошла. Да, правильно, собачка пошла. Лавр, пей. Давай, мы ждем. Пей. Сейчас обольешься, осторожно. Если обольешься, мокрый пойдешь. Вытянул. Что? Я трубочку вытянул. Папа хотел трубочку дать. Все, давай. Давай, давай. Нету все, трубочки. Вытянул. Так, мы в PetSmart. Так, масочки одели. Заходим. Вов, у нас и так все в игрушках. Он играет всем подряд. Специально прям это уже не нужно. Прикольно. Пойдем найдем то, что нам нужно, Вов. Вот это прикольно. Это мы сейчас... Палку с пуховочкой. Да, вот можно вот такую взять сверху. А? Ну, я бы не брала, он играет нет, просто всем подряд. Вот. Потому что это вот так можно делать. Ди, я сейчас буду искать то, что нужно протирать уши, глаза и шампунь. И совок мне нужен. То, что не отвалится. Мне кажется, от палки. Раздерет он просто, да? Он рыбка? Все раздерет. Какая рыбка? Вот такая рыбка. Она мышка? Ее длинная, видишь? А, мышка прикольная, да. Да? Да. Курсим перед. Я уверена, да. Даже единороги есть. Здесь, правда, вот такая еще. Мышка, реально мышка. Лена, лучше такая. Мышку. Мышка? Посмотри, чтобы было хорошо закреплено и не отвалилось. Оно все одинаковое. А то останется у нас одна палка. Так, что у нас здесь? Так, так, так. Окей, вот это купили. Сейчас будет гонять туда. Ну, папа. Да. Купил себе игрушку. Так, Вов, мне самое важное нужно купить. Давай ищем для ушей, для глаз и но шампунь. Это ищи, я... Так. Нет, а что тут вытирать, я не знаю. Там был так, прям... а вот и шампунь. Подожди, а вот Кэтвайпс. Вот они. Гипоаллергенные, то, что нам нужно. Так, это только скин для чувствительной кожи. А, подожди, а уши, глаза, вот, прям вот, конкретно, вот это, вот, уши, смотри, глаза. Вот клин, гипоаллергенный это тоже. Просто салфетки. А где вот слово уши, глаза? Жопу, наверное, еще и вытирать. Есть ванила, а это ванила. Это ничем. А, он же гипоаллергенный, конечно, он ничем не будет пахнуть. А, это тоже гипоаллергенный. Это у нас кот будет так пахнуть. Ну, прикольно. Короче, ну, давай возьмем на всякий случай гипоаллерген, а то кто его потом знает. Давай, да. Так, друзья, мы нашли совки. Так, что мы взяли? Нет, нам не нужны такие. Так, ой. Так, мы взяли вот такой вот шампунь гипоаллергенный. Хотим кота помыть. Какого-то жука Лаврик взял коту играть. Но я, честно говоря, против. Он его забесит куда-нибудь под диван и все. Так, и мне нужен просто обычный совок. Да, вот такую вот мышку на палочке. Что? Нашел? Иди сюда, покажи, пожалуйста. Я за совком пришла. Так, нужен обычный, самый обычный совок. Вот в таком ведрышке. Есть железные, очень они небольшие. Я видела их в интернете, но они какие-то гигантские вообще. У нас кот столько не срет. Так, смотрите, есть куча ковриков для вот это вот такие резиновые коврики для туалета под него, чтобы стряхивались на него с лапок. Вся ерунда. Для глаз и ушей? В одном да. Все? Да. Ну, так. Надо только, ну, чем-то. Да. Только нужны ватные диски.
Для кошек, для ушей, для ушей. А что это такое? И для глаз, и для ушей. Для котика. Да какого-то таракана нашел, вцепился в него. Значит, так, берем вот это вот и гипоаллергенный шампунь. Таракана не будем брать. Не, мы не будем это брать. Мы этого уже и так набрали. Нет, нам нереально таракан не нужен. Вот для кошечки, вот купили. Так, и совочек. Сейчас пойдем это. Лазалки? Не, я хорошо лазалку им нашла в интернете. Здесь мне не нравится. Они когтеточные там, очень классные. Но не такой, Катюш, не такой. Ой, мамочка. Да, очень такой прям дурацкий. Вот, допустим, вот такой дом. Вот смотрите, вот это вот все. Вот такая штука и вот такая. 100, что ли, или вот это 100. Да, внизу ценник. Да, я пытаюсь. 89. Вот этот почему-то дороже, чем тот, который я хочу взять. Это вот как наш ковролин. Ну да, с такой помпушкой. Смотрите, ребята, как рыбки продаются в баночках. Посмотрите, в баночках по одной рыбке. Там тоже рыбка плавает. Да, иду. Это, видимо, вода для рыбок. Купить даже водоросли можно купить отдельно одну. Ну, что это она уже почти брюхом кверху. Ух ты! Ой, какие красивые, да, Рыжка? Нет. Трогать давай ничего не будем, ладно? Это камушки для аквариума. У меня были аквариумы в детстве. Положи, нельзя, сказала. Чего только я не покупала для этих рыбок. У меня были тритоны, лягушки. Прям с рыбками, золотые. Эй, нет, сказала тебе, нет. Мам, корми его. Нет, это не корм, Лаврик. Покорми Гортьева. Потом еще у меня были всякие домики там для рыбок. Смотрите, какие оранжевые. По 16 центов одна рыбка. Пугаются, как какие-то бледные. Водоросли. Ой, сейчас, конечно, что только не делаешь. А мы там что-то... Мы как только свет не ставили. Да, Лаврушка? Ну-ка, стой. Как только кислород не проводили к этим рыбам. Ой, смотрите, как красиво. Вау, как красиво делают, да? Красота. Слушайте, а я что-то вот сейчас вот всех обошла, не увидела ни одного тритона, лягушки, которые аквариумные. Странно, вот небольшой выбор почему-то. Катя, не надо так стучать. Все, пошли. Что посмотреть? Ошейник ему посмотреть. Точно, ошейник посмотрим. Давай я закажу лучше в интернете. Тихо. Так, все, пошли. Так, мы уже все купили, но вспомнили об ошейнике. Нам нужен ошейник. Нет, это бака. Ну, она будет вычесывать все время. Бака. Это котик. Для котика. Вот такой вот есть розовенький. Мама, почему розовенький у нас мальчик? Мы не моем. Нет, этот не надо. Мама. Это все розовое. Нет, конечно. Так, для пацанов пошли. Вот самый тоненький. Вот XMO, вот, смотри, какой он. Вот самый тоненький. Вот, синий. Вот серенький. Ну, серый нет. Вот, мне кажется, очень даже. Стоит заразу по $12. Да? Сколько это стоит? А? А, вот, 16. Офигеть, да. Самый какой тоненький. Самый тоненький, самый дорогой? Что, серьезно? Ну, тяжелый еще какой. Ну, ладно, тут классно. Ну, это классно. Я в интернете лучше. Он весит полкота. Да не, он весит еще. Пойдемте, все. Нам нужна еще висюлька на него с нашим, с его именем, с телефоном. Я в интернете видела гораздо интереснее. Пойдем, да, дети уже нам вынесли весь мозг. Так, ну что, наконец-то мы вышли. Наконец-то мы идем домой. Так, у нас вот у папы пакетик и вот один у меня, и лавриковские пузыри. И Катя со своим сквишем идет, попой крутит. Так, ну что, все, выдвигаемся домой. Я хотела зайти в Росс. Но уже не пойдем. Дети уже совсем заколебали. Гулять они по магазинам. Так они просились как раз в магазин. Гулять, вот ты вчера сходил с ними, они не хотят гулять. Они вообще... В бассейн, который их по холоду отправил. Какой холод? Ты еще 82 градуса, ничего себе холод. Так, у меня такое ощущение, что сегодня, знаешь что, день этого Патрика. Потому что народ в зеленых футболках сегодня. Он сегодня, нет? Я не помню. Он в какой-то выходной же, да? Пиво мы вчера с Сашкой выпили, так что отметили Патрик. Патрик, да. Да, ребята сегодня улетают.
Вот здесь я народ видела в зеленых футболках. Прям их несколько человек тут стояло. Похоже, сегодня день Патрика. Сегодня окрашивается река в зеленый цвет в Тампе. Очень красивое зрелище. Прям реку красят. Сейчас, наверное, из-за ковида они зеленым собирают. Ну, реку-то покрасят, скорее всего. Догоняем. Ну что, будем играть с котом? Вы таракана не взяли, я надеюсь? Тараканов? Нет, я здесь таких не видела, как в Палм-Харборе. У нас были такие гигантские пальмовые тараканы в первом жилье. Они появляются по одному в неделю. Это просто жесть. Здесь их реально нет. Огромные. Смотришь. Ну, как говорится, вы когда-нибудь смотрели в глаза таракану, в котором... Как нет, по-другому. Шутка есть. Вы когда-нибудь смотрели в глаза комару, в котором крови больше, чем в тебе? Да, тараканы реально в Америке гигантские. Что? 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 Давай, вот так вот, беги сюда. Вот так. Да, Лавруша, как котик. Друзья, у нас весна. Вон, видите, впереди какое желтое дерево. Очень красиво цветет. Вообще все начинает цвести. Ну, блин, да, ё-моё. Вот посмотрите, какое оно желтое-желтое. Красивое-красивое. Главное, зеленого ничего нет. Кого? Пузыри? Забирай. Мне же легче нести. Вот, видите, какое желтое. И главное, все. Все остальное какое-то просто коричневое, сухое. Хорошо, никаких листьев. Я выкинул три сам свои пузыри самых. Папа, пойдем, пойдем. Не, ничего держать не давай буду. Давай я тебе отдам. Неси сам. Я тебе отдал. Не отдает? А, Катя, папа, сквиша папа, себе купила, идет с единорожком. Вот девочка, девочка, да, Катюш? Обняла его, идет со своим юникорном. Как я и знал, теперь у нас затраты выросли еще и на кота. То игрушку ему купи. Ну, я не знаю, зачем ты вообще их купила. У нас игрушек навал. Игрушки это стоит $4. А вот все остальное, то, что мы всякой химии накупили к нему. Ну, шампунь ему нужен. Шампунь для глаз, для ушей, для задницы, для всего. Для задницы, ладно, возьмем Лаврушки на салфетке. Да, Лаврушечка? Да. Он так и лежал, что ли, на тебе, Маш? Он спал все это время. Все это время так и спал? Дай я развяжу. Обалдеть. Подожди, дай я развяжу. Маш, ты что-то мыть, что ли, смотришь? Да, шампунь купили, будем мыть его, отмывать грязнулю. Ой, нет, это на балкон. Так, давай. Давай. Так, пузыри. Вот такие вот пузыри у нас. Дуй. Во, как много, да. И мне тоже. Да, сейчас. Так, давай, сейчас тебе открою. Вообще не очень удобно, потому что палочку приходится держать руками, а сюда ее не засунуть. Не очень удобно. Ну-ка, дуй. Но зато пузырей много. Много дырочек и много пузырей. Так, Кать, давай тебе. О, как много. О, классно. Много прям. Дуйте. Хай. Народ идет. Хорошо. Я? Представляете, вот почему-то детям только проходят люди рядом, они тут же переходят на английский. Хай, говорит, look, смотрите, говорит. Дома же они так не говорят с нами. Так автоматически как-то переходят. Вот сегодня подошла женщина, она с собачкой шла из магазина, и они гладили ее, и они с ней говорили на английском. К нам поворачиваются, говорят на русском, мама, что-то там смотри, а к ней поворачиваются, говорят про собаку на английском, что какой милый, какой добрый. Уже на английском. Интересно. Я понимаю, что это нормально, но просто интересно. У нас же было другое детство. А это у нас народ пошел по этой дорожке к большому бассейну. Ну, ты сильно так не дуй, а то у тебя один пузырь. Давай, макай. Один раз макни и дуй нормально. Нет, неси. Много. Много, только сильно не дуй, спокойно дуй. Не сильно. Видишь, уже много сразу. А то один раз дунет со всей мочи, там один пузырь максимум. Лавр, ты сильно дуешь, так не надо. Вот, чуть-чуть, видишь? Вот, видишь, как много сразу, да? Вот видишь? Да, много. О, как много, Катя, молодец, много. Так, мои цветочки, мои красивые цветочки. Их уже, наверное, опять поливать надо. Нет, в принципе, еще пока не надо. В принципе, вроде чувствует себя хорошо. Этот вон к солнышку поворачивается. Надо его крутить периодически. В принципе, чувствует себя вроде как хорошо.
прижились, значит. Так, у меня еще надо хавею пересадить. Пальмочку еще одну.